день, мои любимые зрители. Мне прислали китайцы какую-то штуковину. Не могу понять, что это. Потом я вспомнила, что я заказывала вот такую вот игрушку. Это для детей от 3 лет. То есть вам нужна пластиковая бутылка с водой, что я и сделала, то есть наполнила ее. И давайте посмотрим, что она делает, что с ней можно делать вообще. Видите, должно быть что-то интересненькое. Я хочу для наглядности добавить в обычную воду какой-нибудь краситель, а какой-нибудь это голубой. Так, давайте откроем ее и посмотрим. Здесь есть инструкция, кстати, как ей пользоваться. Я так понимаю, что я все правильно налила воду. Ладно. По ходу действия будет видно, что это такое и зачем это нужно. Вот такая вот игрушка с глазками. Кстати, это можно, думаю, сделать самим. Что здесь, непонятно. Пока. Хорошо. Так, что ж, давайте мы ее поместим в бутылочку и будем смотреть, что она может делать. Мне кажется, внутри какой-то механизм. Я пока не поняла. Пока стоит. Так, закроем бутылку крышкой и попробуем с ней поиграться. Судя по инструкции, она делает тут какие-то чудеса. Как я ни крутила, ни вертела, ничего такого она не делает, то есть только наверх и вниз, то есть наоборот. Вроде закручивала, ничего такого не происходит, то есть обычная медуза, типа игрушка медуза, которая вот для детей, для маленьких совсем детей. Но очень красиво так поднимается. И такая вот мордочка. Если положить бутылку, то она находится в одном и том же месте. Видите? Очень интересно поднимается, когда есть такие вот края. Как бы... И устремляется наверх. Вот такая вот игрушка. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.